Всем привет! Приготовим быстрый перекусон, который представляет из себя обжаренный лук, помидоры, яичница и тертый сыр. Сверху сыра. Яичница готова. Также положил венгерские закуски, шпрот в масле, горошек. В общем, приступаю. Всем приятного аппетита. Яичница, как вы поняли, с лучком, с помидорами, с сыром должна быть очень занятной. Так она и есть. Даже больше получилось некое подобие омлета. Но, тем не менее, нам это не помешает, чтобы быстро и слегка перекусить. Этой зимой непонятная погода, кстати. Очень тепло. Сейчас, наверное, минус 1-0 градусов. Смотрю в окно, дороги подтаяли. Снег лежит, но очень приятно. В такую погоду гулять с детьми самое то. Горки, санки, ватрушки. А вот когда на дворе минус 20, минус 30, там, вы сами понимаете, уже не до гулянок. Странная зима. Лето было не очень теплым, а зима, наоборот, не показывает минусовые рекорды. А вот насчет лета, когда не очень теплое, дождливое, это, конечно, не есть позитив. С сыром самое то, яичницу возьмите на вооружение себе. Если кто не знал. Приятного всем аппетита!